Жителям Сарапульской Симонихи дадут новые квартиры в декабре. Новоселье отпразднуют 14 семей. Сейчас жителям поселка доставляют продукты первой необходимости посредством выездной торговли. Ремонт участка трассы М7 завершили в Алнашском районе Удмуртии. Рабочие привели в порядок 8 километров дороги. Слой асфальта восстановили с помощью битума и щебенно-мастичного асфальтобетона. Все семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получили по 1 миллиону рублей. Жильцам дома также выдали средства на непредвиденные расходы. Напомним, жертвами взрыва газа стали 7 человек, в том числе 2 детей. Один пешеход погиб, и 3 получили травмы на дорогах Удмуртии за прошлые сутки. Среди пострадавших есть ребенок. Смертельная авария произошла в Ижевске на улице Союзной. Пожилую женщину сбили на зебре. Автолюбители Удмуртии предупредили об ухудшении дорожных условий. По прогнозам синоптиков, вечером в среду столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. Из-за этого на дорогах образуется гололедица.